Трасса 101. Приветствую в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Теоретический экзамен на права будут записывать, имеется в виду аудио- и видеофиксация процесса сдачи. Такое положение содержится в новом регламенте. Вступить в силу он должен с апреля следующего года. Кроме того, напомню, будет изменена практическая часть. Претенденты на получение прав всех категорий, кроме мотоциклов, будут сразу выезжать в город. Трасса 101. Стрелка 360 – так называется комплекс фото- и видеофиксации нарушений, который будет отслеживать в том числе разговор водителя по телефону. В ГИБДД заявили, что аппарат будет делать не менее 10 снимков высокого качества, чтобы избежать ошибок. Впрочем, на полное их отсутствие стражи дорожного порядка не рассчитывают. Мол, сложно порой распознать, держит шофер у уха телефон или просто чешет орган слуха. Что интересно, лица водителей пообещали ретушировать. Трасса 101. Составлен очередной список наиболее ликвидных моделей легковых автомобилей. Эти машины спустя 3 года после покупки в автосалоне теряют в стоимости меньше всего. По данным агентства «Автостат», первое место принадлежит Hyundai Creta, который сохраняет около 90% изначальной цены. На втором месте Mazda CX-5 – 88% и Mazda 6 – 85%. Также в пятерке с показателем более 80% Toyota RAV4 и Renault Sandero Stepway. Трасса 101. Интересно, как водитель может забыть о том, что кто-то находится на заднем сиденье, забыть, закрыть машину и уйти. Но инженеры компании Genesis решили перестраховаться и создали систему, которая напоминает шоферу о том, что сзади он кого-то посадил или положил. Якобы электроника распознает даже дыхание младенца или животного, находящегося в переноске. Ноу-хау впервые опробуют на компактном кроссовере Genesis GV70, продажи которого в Европе стартуют в следующем году. Трасса 101. А концерн «Калашников» запатентовал электромотоцикл с таким родным для слуха названием «Иш» – «Иш-пульсар». У байка есть 2 модификации – гражданская и для спецслужб. Мотор у него китайский, мощностью 20 лошадиных сил. Имеется несколько вариантов аккумуляторных батарей. В зависимости от этого пробег без подзарядки может составлять от 50 до 250 километров. Когда электробайк появится в свободной продаже, не уточняется. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.